Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Киршбаум Антон. Я аналитик компании Coderline. Являюсь специалистом-консультантом по внедрению подсистем управления производством и организации ремонтом в ERP 2 и являюсь сертифицированным преподавателем Центра сертификации и обучения по ERP. Имею также большой опыт работы над различными проектами, не только производственными, но и связанными с оперативным учетом, с бюджетированием, с международной системой финансовой отчетности. Но сегодняшняя тема вебинара – это описание бизнес-процессов. Никто не будет спорить, что тема эта очень важная. Любая автоматизация, особенно при внедрении систем учета класса ERP типа 1С управления холдингом 1С ERP начинается с исследования и описания существующих бизнес-процессов на предприятии, построение модели того, как есть, построение модели того, как оно будет, написание технических заданий, частных технических заданий, концептуального дизайна и так далее и тому подобное. Не буду на этом подробно останавливаться. Если вы наберете в интернете описание бизнес-процессов, архитектура бизнес-процессов, очень большое количество материалов опубликовано на эту тему. Признается, что это существующая проблема, которая может привести к тому, что сроки будут затягиваться, бюджеты будут вырастать. И даже более того, если в основу внедрения такого проекта положено некорректное описание, то проект может и вообще не сбыться. Я бы хотел поделиться в рамках 15-минутного вебинара своим опытом и продемонстрировать небольшой эпизод. Естественно, там сейчас мы всю эту проблематику, связанную с описанием бизнес-процессов, поднимать не будем. Но вот небольшой эпизод представить, небольшой, я бы так сказал, прием или пример, который, ну, на мой взгляд, может оказаться полезным. Я использую в своей работе для того, чтобы описывать бизнес-процессы, подход, который предложил Георгий Петрович Щедровицкий. Тоже можете набрать в интернете, ознакомиться. Существует научно-теоретическая дисциплина системная мыследеятельность и методология. В рамках этой дисциплины существует такой раздел, как схемотехника. И вот я использую эту схемотехнику для описания бизнес-процессов. На мой взгляд, это иногда приносит весьма такие продуктивные результаты. Итак, представим себе ситуацию. Мы крутые внедренцы, пришли на предприятие, мебельная фабрика. И эпизод производственный, нам необходимо описать одно передельное производство в рамках одного цеха изготовления плитки из отходов производства, из обычной стружки, из обычных опилок. Вот сразу на экране вы видите готовое описание, вот как я бы это сделал, этого процесса. Изготовление плитки – это же бизнес-процесс? Безусловно. Вот бизнес-процесс представлен на экране. Итак, у нас есть исходное сырье или материалы, 20 кг опилок, 8 кг столярного клея и 1 кг лака влагостойкого. Из этого набора материалов у нас должно получиться 20 штук плитки. Поэтому вот у нас изображается вот таким облачком исходное сырье или материал. И вот кругляшком у нас плитка 20 штук. Какие еще элементы бизнеса? Это, как у нас любят говорить, вход в бизнес-процесс и выход из бизнес-процесса. Ну, по-моему, тут как бы сомнений особых ни у кого это не вызывает. Сам процесс превращения исходного материала в готовый продукт – это изготовление плитки. Ну, тоже, я думаю, все понятно. Но процесс, как вы понимаете, он же не может, он не сам по себе осуществляется. Для этого применяются определенные средства труда. В данном случае это формовочный станок и пресс.
операции, которые осуществляются этими станками, формование и прессование, длительность 9 минут и того, и другого, и той, и другой операции. Естественно, все это не может работать без человека. Все вот эти операции, они осуществляются у нас работником. Итак, работник у нас это рабочий 4-го разряда, расценка 300 рублей в час. Все это происходит, вот видите, вот эта вот рамочка, в стенах цеха номер один. Вот, на мой взгляд, достаточно такая вот простая запись бизнес-процесса, что позволяет данная нотация произвести. В чем полезность для меня, как для внедренца? Сейчас мы переключимся на 1С ERP. Тот, кто знаком с системой производства, конечно же, узнает ресурсную спецификацию. Итак, у нас есть готовая ресурсная спецификация, уже заполненная. И теперь давайте мы просто с вами найдем соответствие между схемой, которую я только что продемонстрировал, и документом, который называется ресурсная спецификация. Итак, у нас с вами есть вкладка «Материалы и работы». Пожалуйста. В табличной части указывается опилки 20 кг, клей столярный, лак влагостойкий. У нас указывается готовый продукт, так же как на схеме. Пожалуйста, номенклатура плитка в количестве 20 штук. У нас с вами указывается операции или трудозатраты. Прессование и формование. Да вот они. Здесь указывается количество. Если мы расшифруем вид работ, то мы с вами увидим, что указывается квалификационный разряд. Ну, давайте вот вернемся. Да. Вот мы с вами видим, что, пожалуйста, 4-й разряд 300 рублей в час. Открываем. А где это записано? Да, вот здесь и записано. Существует еще соответствующее, как сказать, рабочее место расценки. Здесь мы видим, что вот 4-й разряд 300 рублей. Конечно же, еще содержится здесь как бы в самой спецификации ряд реквизитов, но вот мы на них не останавливаемся. Сам по себе документ ресурсной спецификации, он сложен для восприятия. И вот человеку, скажем так, неподготовленному придется немало часов провести для того, чтобы исследовать его устройство, возможности, варианты. А вот с помощью схемы, которую вы сейчас видите на экране, и где вынесены основные показатели, ну, достаточно просто увидеть структуру и предназначение такого документа, как ресурсная спецификация. Сам производственный процесс, для этого тоже существует отдельная вкладка «Производственный процесс». Здесь указан этап производства. Ну, у нас, как мы уже сказали, этап производства, он, собственно говоря, вот одноэтапное производство. Для простоты, естественно, это как бы мы упрощаем ситуацию. Открываем. Мы видим, пожалуйста, название изготовления плитки. Опять же, у нас на схеме это тоже как бы есть. Да? И вот, пожалуйста, изготовление плитки. У нас с вами указано подразделение. На схеме это обозначено вот рамочкой, цех номер один. Также у нас есть дополнительная вкладка «Виды рабочих центров». Ну, для тех, кто не знает, это вот оборудование и станки. Здесь мы указываем вид рабочего центра, ну, то есть оборудование, на котором производится данная плитка, формовочный станок и пресс. Опять же, полное соответствие данной схеме. Итак, уважаемые слушатели, здесь представлена простая ситуация, но с помощью вот такого способа записи мы же можем комбинировать между собой. То есть, естественно, мебельное производство, оно состоит
не из производства одной плитки из опилок. Оно представляет из себя достаточно сложное производство, где происходят, значит, бизнес-процессы параллельно проистекают. Где-то они соединяются, где-то один процесс является обслуживающим, где-то другой является подчиненным. Но опять же, я повторюсь, это не в рамках нашего вебинара, а здесь я вот хотел показать именно единичный акт деятельности. И вот я сейчас бы хотел продемонстрировать еще одну схему, которая является, я бы это назвал основной схемотехнической формулой. И в чем ценность этой формулы? О том, что эту схему абстрактную, теоретическую, ее можно наложить на любой вид деятельности, на любой бизнес-процесс. Вот она так и называется. Схема акта деятельности или единицы деятельности. Изготовление плитки – это был просто конкретный пример для того, чтобы было понятно, потому что это материальное производство, потому что это мебель. Мы все, так сказать, знакомы с этим. Те, кто сдавал специалиста-консультанта, ну, значит, я думаю, узнали там до боли знакомые термины, значит, названия материалов. Итак, давайте мы с вами рассмотрим единицу акта деятельности. Вернее, единицу деятельности, да, или акт деятельности. Вот та же самая схема, но она уже как бы вот представлена в абстрактном виде. Итак, давайте еще раз пройдемся по ней. У нас есть с вами исходный материал. Это то, не может же возникнуть что-то из ничего. Обязательно должен быть исходный материал или сырье. У нас с вами есть конечный продукт. И у нас есть с вами, вот здесь пунктирной линией обозначены, процесс превращения исходного материала в готовый продукт. Для того, чтобы исходный материал превратился в продукт, нужно применить некое средство. Средство труда или средство производства. Если у нас с вами есть, значит, кусок глины, из которого там, значит, древний гончар делает горшок, то у него есть гончарный круг и свои руки. Это средство. В любом абсолютно бизнес-процессе есть средство. К этому средству неразрывно присоединяется способ. Ну, гончарный круг надо вращать с определенной скоростью, руку надо подносить вот там, значит, вот таким-то углом, ее надо предварительно там, значит, помочить в воде и так далее. Опять же, всегда в любом бизнес-процессе всегда есть средства, всегда есть способ производства. Естественно, невозможно себе представить бизнес-процесс без участия человека. Или более точно сказать, деятеля. Вот он тоже обозначен на схеме. Ну, в наше время роботизация, автоматизация, деятель, значит, заменяется машиной. Ну, мы сейчас давайте не будем углубляться в философские, как бы, дебри, но будем пока считать, что вот у нас есть деятель на производстве. Машины тоже кто-то управляет. Значит, характеризуются деятели двумя показателями. Для того, чтобы человек, который обслуживает там тот же формовочный станок, у него получилась эта плитка, у него должны быть способности, они же компетенции, они же опыт. Ну, у нас на схеме это было обозначено, допустим, как четвертый разряд. Ну, то есть человек обучен, у него есть опыт. Вот он обозначен вот таким вот как бы кружочком. И у него есть потребности или мотив. На схеме я обозначил это как 300 рублей в час. На самом деле, конечно, это некое упрощение. Да простят меня специалисты по персоналу и психологи. Но вот для нашей пока, так сказать, схемы, и не научились мы еще пока вот в 1С ERP там, и там, значит, в прочих учетных системах, вот такие субстанции, как там стремление приносить пользу обществу, значит, там чувство единения с коллективом, но вот нет таких показателей, вот, не оцифрованы еще пока. Поэтому вот осознаю, что, значит, это некое упрощение, но пока вот заменяем просто вот мотивацию, просто заменяем денежным стимулированием, временно ставим знак равенства.
Плюс к этому в сознании у человека находится норма, у деятеля, извините, норма деятельности. То есть это какое-то конкретное задание. Кто-то, ну, управленец, как вы уже догадываетесь, должен передать норму деятельности для деятеля. То есть кто-то, бригадир, начальник производства, там, начальник производственной смены, он должен этого деятеля выдать ему задание и сказать ему, что там, товарищ дорогой, ты должен изготовить там 120 там, плиток за сегодняшнюю смену. Вот когда у нас вот эти все составляющие есть, то по сути дела описание бизнес-процесса, оно по полноте закончено. Конечно, там остается много деталей еще различных там, и так далее. Но вот в заключение видео я бы еще на что хотел бы обратить внимание. Вот мы с вами рассмотрели там ситуацию материального производства, там предельно простую. На самом деле вот эту схему, которую я сейчас вам показал абстрактную, ее можно приложить на абсолютно любой бизнес-процесс. Реклама товара? Пожалуйста. Расчет себестоимости? Тоже пожалуйста. Перемещение товара со склада на склад? Тоже. Там есть и исходный материал, там есть и готовый продукт, там есть и средства, и способ, и есть и деятель. То же самое касается любого сколь угодно сложного производства, и оно будет состоять вот из множества вот этих единиц. И вот мастерство, на мой взгляд, внедренца, аналитика, и для чего вообще такая вот функция выделена на сегодняшний день во внедрении автоматизированных систем, как раз для того, чтобы правильно, грамотно описать, найти исходный материал, найти конечный продукт, найти какое средство и способ используется. Потом найти в учетной системе, для этого-то, собственно говоря, мы и учимся, там сдаем достаточно трудные экзамены, непростые. И для того, чтобы хорошо зная стандартные механизмы, для того, чтобы зная документы, которые, ну, например, там 1С ERP присутствуют, как раз для того, с помощью этих документов, там, не ломая по возможности там, значит, вот эти стандартные механизмы там, с минимумом доработок, все-таки вот выполнить вот эту как бы задачу, автоматизировать систему учета на предприятии и все-таки сделать так, чтобы предприятие могло, управленцы предприятия могли видеть свои показатели и управлять предприятием эффективно. Иначе зачем нужна автоматизация? Как не для того, чтобы повысить эффективность работы и управления работы предприятия, эффективность организации. На этом я заканчиваю, уважаемые коллеги. Если вас заинтересовал вот такой данный небольшой видеоролик, то, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. И тут данную тему готов продолжить. Ну, если, значит, вот как бы данное видео там получит какие-то там отклики. Не обязательно положительные. Если критиковать, то критикуйте. Но вот, пожалуйста, делайте это обоснованно. Ну, всего доброго, спасибо за внимание. С вами был Киршбаум Антон, консультант-аналитик компании Codeerline. Всего доброго.